Алло, овца, ебать. Алло, коза, блядь. Тебя не слышно, блядь, дожми на F7. Ты слышишь меня? Да. Я говорю, нормально вообще? Ты меня бьешь и говоришь, ну что, пойдешь за меня? Ну это, блядь, и забей, я люблю тебя. Нормально, делай. Хорошо. Давай, забудь все, что было. Меня слышно? Да, тебя слышно, жду. Нормально, что было. Сейчас я отворачиваюсь, поворачиваюсь, чтобы все красиво. Давай, понял? Давай, давай. Бля, как встать? Ого. Екатерина, подойдите сюда. Екатерина, выходите за меня замуж. Я хочу, бля, каждое утро просыпаться и лизать вас, вашу киску, бля. Каждый день видеть вас на соседней подушке, в своей кровати, чувствовать тепло вашей жопы, запах вашей пизды. Ощущать ваши губы на моем члене. Ой, блядь. Проводить вместе время. Расплакалась. Это очень романтично. Вячеслав. Вы согласны? Ну, мы же так недавно друг друга знаем. И что? Это не повод, понимаете? Вы думаете, это не помешает нам? Конечно, это не помешает. Если мы подходим друг к другу, то мы подходим друг к другу, Екатерина. Вы правы, Вячеслав. Я согласна. О-о-о-о. Хоть где-то свадьба. Я поцеловал воздух. Меня, пожалуйста. Еще раз. Соединение двух душ. Жду детей в озеро, бля. Ну все, Екатерина. Тогда до скорых встреч. Горько! Ну, слушайте, достаточно не горько, я выпью ананасовый сок перед этим. И будет сладко. Подождите, до новых встреч. А у меня дома нет? Как нет дома, бля? Вы что, бомжара, блядь? Так давайте я вас подселю, пойдемте. Закройте глаза, давайте, Екатерина. Давайте. Закройте давайте, глаза. Вы закрыли глаза? Закрыла. Сумурай. Подсели ее ко мне. Да, точнее, можешь ее тэпнуть к моему дому новому? Это где большой, да? Это где гольф-клуб. У меня, приколись, я прихожу, у меня кенты сегодня, блядь, это тусуются, блядь, в моем доме. У меня дом слетел, дядь, оказывается. Как ребенка называть? Самурай, ребят. Маленький самурай, ебать. Ой, бля, сейчас тик-тик еще буду записывать, мужики. Так, сейчас я ее подселю, ебать, чтобы она не пропала, бля. А то пизду, слышь, на трассе, бля, всю проморозит, бля. Спасибо тебе, брат. Спасибо тебе за то, что побыл сегодня, так сказать, нашим свидетелем, блядь. И, ну, вообще помогал, бля, в вопросе пикапа, так сказать. Да, не за что, я профессионал в этом деле. Ой, блядь, извините, ради бога. Давай уже на ты перейдем, мы все-таки сегодня ебаться будем. Вот. Я просто на крыше кровлю делал. И соскользнул, бля, случайно пёзался с трубы прям. Получилось? Да, вот идите сюда. Как её прописать? Подселить. Кать, поверь мне, я могу такое вытворять руками, это просто жесть. Ты мне покажешь? Естественно, я вот... Бля, ошибся. Кто это, чё? Нормально, ну у меня, бля, походка просто медвежья. Слушай, ну все так, Кать, давай. Я тебе скажу, когда будет свадьба, бля. День когда назначу? Ну да, я тебе назначу, бля, день. И я хочу сделать сюрпризом, чтобы все было красиво. Давай только не на кладбище, пожалуйста. Слушай, ну ты можешь мне довериться, будет все просто охуенно. Не на кладбище. Будет все красиво, не волнуйся. Не волнуйся, все будет хорошо максимально. Давай, Кать, все, пока. Как съебаться в дом. Так, закрыто, заебись.
А чё у вас, блядь, в смысле? Ну-ка. А. Так. Балдёж, блядь. Ребят, сексом нельзя заниматься, блядь. Сексом только на Ютубе можно заниматься, если честно. Вы должны понимать, что, ребят, если бы можно было... Если бы на Твиче можно было бы заниматься сексом, блядь. А, кстати, надо слышать, надо мальчишник устроить, блядь, точно. Надо только позвать Илюху, блядь, Алекса и просто прошмандовок, блядь, целую орду ебать, чтобы мы ебались, блядь, просто до тех пор, пока все яйца, блядь, просто не иссушатся, ёпта. Как лаваш старый, блядь, сухими не станут. Это же вообще пиздец будет. Так, что там на Ютубе нового выходило?